Здоровенькі були. Да, буду я і ти. И мы с тобой. Ну, Артём говорил, что вроде вдруг куда-то подъедет, но не факт. Сейчас, педальку настроить. Да. Так, друзья, всем привет. В общем, план действий у нас такой. Сегодня у нас, пожалуй, самая длинная грунтовая покатуха будет в этом сезоне. 140 километров получается. Плюс-минус 5-7 километров, в общем. Ну, это до старта. Попробуем его проехать и не замерзнуть. Обещаю днем плюс 6. В общем, глянем, как мы будем выживать. Да, мы в каменных джунглях. Пару дней нормально дождей наливало. Эта трасса такая себе, как раз для МТБ велик. Все поднимаете, например, пацаны, один спускаете, передаете. Доброго дня. Что там, как дорога? Мокро трошки? У нас нет дорог, у нас есть направление. Я понял. У меня когда забивается цепочка, она перестает спадать с этой, со звезды. Тупо закусывает, и ты крутишь, оно, и все, и блокирует педали. Да не, она... А, ну она овальная, тут не в том дело. Тут же зубцы эти нарывают, что оно вплотную цепочка садится. Когда грязь сюда налипает, то получается оно еще плотнее, и оно снизу, понял, так не скидывает, и начинает сюда ее заматывать, наверх. Я тупо в луже, понял, стал заблокированные колеса, я не могу ехать. Движение заезда. Да помыть надо ее просто. Я включил Shadow Plus и нормально приехал. У меня Shadow Plus'а нету, и тут это явно не поможет. Не, реально не поможет. Оно типа натягивает ее. Не, купить нормальную звезду. Металлический. На металлических оно, по идее, не так закусывает. Потому что алюминиевая звезда мягкая, а цепь жесткая. И оно еще песок, и оно забивает. А если было бы и то железное, то я думаю, что было бы нормально. А-а-а! Вот это люто тут копнули. Тут прям барханы. Непроезжабельные. Так наваливал. Вот тогда, когда на асфальт выехал, я его на 30-ти же изменил. Километров 15 отъехали уже. Трасса пока что мне нравится. Были, конечно, лужи там. Отрезочек один. Там, где машинами разбито. Пару километров буквально.
сейчас сухо. Ехали-ехали и выехали в Золоче. До Киева 9 километров. Я что думал, мы уже 15 или 20 проехали. Сейчас немного подкрепимся и дальше в путь. Поехали мы вдвоем. Собиралось 4 человека, в конце осталось двое. Лесная дорожка такая кайфовая. Говнеца, конечно, тут хватает, но терпимо пока. Там было суше. Тут такой сосновый лес начался с песчаным покрытием. После дождика едется отлично. После Киева воздух, конечно, чувствуется намного чище. Дышится легко, пахнет хвоей. Фу, класс. Интересный мусорник. Столбовой вариант, в общем. Трава такая зеленая, как будто это только начало лета или весна. В общем, тут или пан, или пропал. Поехали. Продолжение заезда. Пиздец, по ноги мокрые. Там у меня был квест пан или пропал. В общем, проиграл я этот квест. Еду с мокрыми ногами. Прохладно, но главное не останавливаться. Каналов куча. Классная местность. И от Киева недалеко. Где-то 20-25 километров. Знакомые места. Только в реверс едем. Тут русалка еще была справа. Какой-то колгосп. Эх, залетные. Под нее такие у меня есть. Отлично. Вы меня спасли. Что я должен? Ничего, вы не должны. Ну хоть кофе. Я сейчас это. Не, кофе, не, чай. Ижова началась, я накидываю. Да не, нам одни хватит. Я точно? Один. Я скупался один, да, только. Все, спасибо большое. Дядя, я намутил носочки. Люльки, конечно. Люльки возьми. Люльки возьму уже. Я спасен. Мне подогнали такие гламурные носочки с сердечками. Сейчас одену кульки. Будут сухие ноги. Потому что ехать нереально холодно уже было. На улице где-то градусов 5-6. Еще когда едешь обдувает, вообще жопа. Я катарку. Это ты понимаешь, я петерпантинчик выезжать. А? Да, потом чуть-чуть. Каждый день ставил себе планку, знаешь? Ну да.
Проехали уже 52 километра маршрута. Все грунтами. Главное не повторить квест. Да. Ну что, еще одних носков у меня нет на замену. Что, лайфхак, если намочили ноги, одевайте сухие носки и сверху пару кулечков. Это реально работает. Ноги сухие, хотя и кроссовки мокрые. Не. Нормально, мы 32 крутим по грунтам. Отлично. Не, не хаваю. Ну, нема ничего. Да, ты не громко. Тут где-то налево. Да. По копанному. Давай. Обещанное солнышко вышло сегодня. Может, кроссовки хотя бы подсохнут на солнце. Леса Амазонки опять какие-то. О, мы на маршруте. Польный лес такой. Темный. Короче, насобирали грибов немного. Сейчас вот грибников догоним, спросим, это можно есть? Потому что мы немного заголодали. Сейчас будем трепать, наверное, этот белый гриб. Так, тебе корешки или вышки? Ну не знаю, там юпочка есть у него? Есть, да? Это значит съедобный гриб, троистый. Вот гравичка была, а вот правильный гравийник для такой гравики. Мы где-то в текстурах Windows XP зависли. Экватор маршрута уже пройден. 72 километра проехали. Тут выехали на такой участок. Ветер в лицо. Скорость сразу упала. Перекур, в общем, пит-стоп. Я сейчас тоже будет нямну.
на маску вообще. Да сейчас согреемся, мы там и стояли просто. Бабулька в халате вообще. А? Думаешь, сюда? Может, глянем? Вы отклонились от маршрута на 40 километров. Нормально, я согласен. Так, мы на поле, это факт. Трасса, да? Нам на трассу? Да, 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 там пересечение. И потом, налево, и потом в Иванкив. Ну все, поехало. Поля с озимыми подсолнухами. Видишь, хоть камера включена была. Полил я тут кукурузы. Целую грядку. Занесло вот здесь. Грязь оказалась подвижнее, чем я думал. Хорошо, хоть не в эту сторону. Все ради контента, пацаны. Я вам тут про зимы подсолнухи рассказывал. И вот, что бывает после этого. Так, выехали мы. А где мы выехали? Вот где-то под Иванковым, короче. Это трасса на Борисполь. Да, точно. Иванки. Им. У меня есть приправа для вас, если что. Молодцы. Хорошие песики. Да, сюда. Вот это поворот. Я такие вырываю, блин. Партизанишь. Русишь, партизанишь. Мне надо фоточка здесь. Главное, в Анну Каренину не играть сейчас. Спасение наше. Наконец-то мы нашли яблоки. Я давно себе хартею хотел. Можно предложить поменяться. С моей доплатой же, естественно.
это говно никуда не едет. Ну да, сельгосптехника. Там протектор серьезный. После нее не особо интересно по полям кататься. А тут направо нам. Маршрутик прикольный, но лучше его ехать, конечно, не после дождей сразу. Много будет грязи. Объезжалки есть, но все равно. А так природа, красота. Классно. Проехали мы уже 105 километров. Еще 30. Или 32. Это у меня будет самая длинная грунтовая покатуха в этом году. Да, это не асфальт, конечно, катать. Здесь практически наката нету. Тем более маршрут такой плашмяковый. Плюс встречный ветер. Работать надо постоянно. Расслабляться особо негде. Ну и рельеф вы же сами видите. Поля, поля, поля. Дороги есть. Такие после тракторования едутся не очень комфортно. А так все бомба. Я уже успел сегодня прилечь кукурузу. Немного искупался по колено. В общем, хорошие тамада и конкурсы веселые. Так, купальники мы не взяли. Очень зря. Такое классное озеро. Да, какая-то глина. И вода такая интересного цвета. И ветер такой не слабый. 20 метров в секунду. Дневник и заметки велосипедиста. Проехали уже 110 километров. Хочу сделать вывод, что грунты больше 100 километров я больше не катаю. Это тяжело. Реально тяжело. Сотки хватает укататься вполне. Но тут у нас 140. Это так, заявка на успех. Уже не хочется этих видов красивых и всего остального. Хочется бутылочку пивасика в душик и позалипать в ютубчик. Короче, да, я хомяк походу. Еще тот. Асфальт легче намного катать. Угу, я понял. Окей, сейчас моя очередь. Вечерело. Мы в каком-то мрачном лесу. Если что, ищите нас здесь, в общем. Где-то между Борисполем и Броварами. Спасите! Попал в ловушку, да? Я злист. Что можно было еще ожидать от этого леса? Капканы на каждом шагу. Да, это жертвоприношение тут делают. Покатался на тарзанке. Будь добр, поделись мясом. Займище. Займище. Занимают, наверное, да. Тут самая популярная фраза: займи бабла. Как с Интерстеллара по кукурузе валим. Сбегаем в песчаной буре. Ямба.
В общем, обстановка следующая. Мы где-то под Броварами, между Вьетнамом и Черниговым. Вечереет, фонарики есть, это уже радует. Ну и маршрут у нас еще вот такой. Дальше. Александр куда-то ходил в закат. А, уже увидел его. Хорошо, что у него шлем зеленый, его сложно потерять вечером, особенно на компе уже 126 километров по состоянию батарейки, примерно высажена на 90%. Вот так вот. Так понимаю, мы на Броварскую окружную выехали, и нам сейчас надо пересечь 6 полос. Вон туда, куда все поехали. Приехали мы вон оттуда. С кукурузных полей. И ты там поездила, это машина, бачишь? Да, да. А то ты вообще едешь от такого, такого гуляни, запугиваете ноги? Да трэш, я вообще помню. Я не вредно буду. Ага. Ходили в закат. Что мы едем, едем. Уже 130. И никак не доедем. Сейчас через лес надо будет еще пилить. Что, прорвемся. Блин, Люзайн после обновления, на удивление, начал толково работать и водить. Не виснуть, таких глюков пока не замечено было. Обновил прошивочку. Сыграй, только дуй. Так, наша покатуха мест медленно переходит в Night Ride. Впереди еще много интересного, а именно 15 километров по лесу. Кому-то мне нравится мой фонарик. Реально он отрабатывает. Опа. Помыли. Мы сейчас прямо на ДВРЗ выезжаем. Цікаво. Фу, ну да, нормально так. Что-что? Лесок классный. Да, лесок классный. И дорога, и грязи практически нету. Практически. Сглазил? Практически не грязи. Победа! Мама, я выбрал. О, цивилизация. Все,